В Башкирской гимназии открылось новое интерактивное пространство под названием «Небиблиотека». Это уже второй проект ребят, реализованный в рамках программы школьного инициативного бюджетирования. Здесь, в новом пространстве, для ребят созданы комфортные условия для проведения досуга. Нам идея пришла в голову так очень спонтанно и внезапно. Мы, как обучающиеся, хотим просто, чтобы наша школа развивалась, и хотим, чтобы было такое пространство, где обучающиеся могут совмещать учебу и отдых. Проект включает в себя несколько зон. Это игровая, компьютерная и читательная. В игровой зоне ребята могут поиграть со сверстниками в настольные игры, сразиться в шахматном бою или почитать интересную литературу. Здесь же можно готовиться к олимпиадам или искать необходимую информацию в сети, воспользовавшись компьютером. Этот креативный проект стал лидером голосования среди гимназистов и получил грантовую поддержку на республиканском уровне. На его реализацию было выделено порядка 1 миллиона рублей. Дети на этом не останавливаются. Уже презентован третий проект в рамках школьного инициативного бюджетирования. И большую поддержку уже в текущем учебном году получают у ребят интерактивный тир, электронный тир. Документы по этому проекту, соответственно, уже поданы в конкурсную комиссию, и мы ожидаем уже соответствующих результатов уже по третьему проекту в рамках школьного инициативного бюджетирования. Создатели проекта надеются, что небиблиотека станет одним из любимых мест в учебном заведении, где каждый ребенок найдет для себя что-то интересное и сможет провести свободное время с пользой. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».